Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы проведем основные синтетические тесты на смартфоне Nomu S30. Как мы видим по всем тестам, смартфон показывает средний результат. Но не стоит забывать, что этот смартфон относится к защищенным, и его мощность больше отображается во внешнем мире во время падений и прочих экстремальных ситуаций. А приобрести вы его сможете в нашем интернет-магазине sibdroid.ru со специальной скидкой по промокоду, который есть в описании. Друзья, спасибо вам за просмотр. Я очень надеюсь, что результатами тестов вы остались довольны, и вы не забудете поставить лайк и подписаться на канал. А с вами был Игорь и интернет-магазин sibdroid.ru. До скорых встреч!